кто раньше, позже, на тот свет из нас уйдет. Как правило, смертельно множество больных. Смерть абсолютно никогда никто не ждет. Но вот беда, она утаскивает их. Сегодня только что опять она пришла. Она охотилась и по пятам ходила. Опять народного артиста забрала. Вселюбящего человека погубила. Пытаться жить была надежда у него. Как ни крути, а он к тому стремился. А та надежда, женщина была его, которая жена и друг, и как сестрица. Она пыталась его на ноги поднять и подняла его. И несмотря на годы, смогла поднять его, но лишь не потерять. Но смерть коварной оказалась для Николы. Слов предостаточно. Давайте помолчим. Давайте вспомним лучше этого актера, что Николай Караченцев, он просто жил. Он был востребован для кинорежиссеров. В тех фильмах многих, где снимался он, театр Ленком была его стихия. Театром жил, он был в театр влюблен. И роли главные жизнь для него дарила. Сколько хороших песен Николай нам спел. Прекрасные моменты нам дарил в театре. Заслуженный артист так много преуспел. Талант божественный в его был дарование. Скорбить приходится под осень и не раз, когда прощаемся с талантливым актером. Осень тоскливая дождями льет сейчас. Она роняет слезы горькие с уходом. Да будет память вечной, светлая всегда. Мы выражаем соболезнования близким. Пускай сияет в небе светлая звезда Караченцева Николая светлой искрой.